А мы отдуплимся. Вот так. Ну и что? Хорошо, так. Ну, че ты тянешь? А вот это закрою. Ага, молодец, хорошо. Опа. Ну-ка, сейчас. Раз. Так, ребятки, козлятки. Еще есть. Заканчиваем. Ну, тянем. Пора и честь знать. Ну, 7 часов, пора на промысел, ребятки. Сейчас, давайте, сейчас. Давайте. А вот так. Да. Говорите. Полный погаек. Ну, сейчас, подожди, подожди. Старики самоубийцы. Это же надо, черти. Добрый вечер. У нас на фамилию Морягин должен быть заказан стол. Да, такой заказ есть. Прошу вас. Вот ваш стол. К сожалению, у нас появилась проблема. Нас будет 8 человек. Проблем нет. Прошу вас. Этот стол вас... Спасибо. Нормально. Пожалуйста. Прошу вас. Располагайтесь. Спасибо. Все, что написано в меню, есть. Все. Невероятно. Поехали. Носика вы не видел здесь? И мне шампанское. Сладкое я люблю, ты знаешь. До свидания. Всего доброго. В Нью-Йорке проходит открытый чемпионат США по теннису. Это заключительный в нынешнем году... Ну, сколько можно копаться? Ну, в чем дело? Нельзя собираться полдня. Я тебя что, задерживаю? Представь себе. Папа уехал, мне нужно прибраться, постирать, погладить. Ты все это собираешься сегодня делать? А когда? А потом, имею, наконец, право побыть дома одна? Имеешь. Вот, спасибо. Сейчас последний штрих, придет Володя, и мы исчезнем. Я бы на твоем месте надела белую кофточку, она тебе больше идет. Думаешь? Да. Давай быстрее, я сама открою. Здравствуй, Володя. Здравствуйте, дорогая Анна Николаевна. Вы как всегда. Спасибо. Мое обещание остается в силе. На следующей неделе приезжает человек, мы все решим. Ага. Как наша? Она одевается, но я ее сейчас потороплю. Проходи туда. Угу. Спасибо. Оленька, Володя ждет. Иду. Привет. Привет. Я готова. Пошли. Оля, как договорились, чтобы я не нервничала, останешься ночевать на даче. Хорошо, я утром буду как штык. Да. Если что, звони. Обязательно. Ты за нее отвечаешь. Железно. Пока, мам. Пока. До свидания, Анна Николаевна. Счастливо.
А этому фанту? Что нужно сделать? Этому фанту? Ну пусть. А кто? Он или она? Этому фанту танцевать ламбаду. На столе. На столе! Давай, танцуй! Музыка! Привет. Дочка не вернется. Она останется ночевать у приятельницы. Звонил утром. Кто? Муж. Кстати, а зачем ты заслал его в этот Зубровск? Другого места просто не нашлось. Да? По-моему, это последняя точка на карте Родины, куда его еще не посылал. Пора расширять географию за счет зарубежных государств. Раз пора, будем расширять. Да? В Финляндию он уже съездил. Пошлем в Мексику, один перелет займет почти сутки. Я очень соскучился по тебе. Правда. Попили еще один анекдот. Решил алкаш заняться подъемным делом. Пришел, налег, взял другую пачку. А в это время голос. Здесь рыбы нет. Он говорит, что здесь рыбы нет, значит, рядом есть рыба. Отошел на 20 шагов и опять давай долбить. Долбил опять голос. Здесь рыбы нет. Он еще отошел на 10 шагов. Снова давай долбить. Опять голос. И здесь рыбы нет. Говорит по звуке
Директор катка говорит. Вот кто говорит. Подойди. Что, дорогой? На секунду. На Любочке. День рождения. Сыграешь? Это уже на полтора куплета, милый. Да ты что? Обдоглюшка. Спасибо, маэстро. Как хорошая ясная. Замечательная песня. Друзья посвящают Любе в день рождения. Какие вы гуляли, мою не девочка, прелестной высоты. Она прохожей красотою удивляла, и незнакомые дарили ей цветы. И вот теперь она в любимом ресторане поет и радует веселый наш народ. И только дома обнаружится в кармане, и буду дать, где эта девочка поет. Не правда ли он душка? За то, что ты поешь, как совет. Сегодня ты на Брайтоне сияешь, а завтра, может, увидишь на врагле. Сегодня ты на Брайтоне сияешь, а завтра, может, увидишь на врагле. Интересно, сколько ей нужно кинуть, чтобы она этого баклажанчика отшила? А ну что ты, хочу я ее, ну подожди, я хочу. А я лесбитка хочу. Речь, слушай, ну все время перебиваешь меня вот так. Слушай, ну скажи, что я ее хочу. Что случилось там? Я не знаю. Это дочь. Муж. Ну что? Ой.
Ну, останешься до утра здесь. Ой. А утром ты пошлешь ее в Богуша. За молоком Алуша. Самая настоящая дрянь, понял? Алло, алло, телеграф, примите, пожалуйста, срочную телеграмму. Ей-богу, здесь бы только и жил. Нельзя, директор будет ругаться. Да, и тараканы копытами стучать будут. Начнем с мелочи. Да. 987-92-03. 987-92-03. Я вас слушаю. Алло, здравствуйте. Вернее, добрый вечер. Ах, уже ночь. А Вася дома? А Федя? А куда же они ушли так рано? Да это Коля, Петин брат. А, здесь такие не проживают? Ну, тогда пардоньте. Опять хулиганишь. Опять за свое, Сашка. Да играешь ты. Да подожди ты, тут крупная игра идет. Ой, думал, не доживу до конца смены. Захватишь по пути, а? Сегодня не могу, извини. Не домой. Жалко. А ты Сашку напряги, ему некуда торопиться. Да его теперь от телефона не оттащишь. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Привет. Спишь уже, да? А я нет. Что, не узнаешь? Странно. А жена тоже спит? А, значит, она пришла уже. Ну, понятно. А во сколько она сегодня явилась? Да подожди, ты не шуми. Ну и правильно, что не узнаешь. Может, это даже к лучшему. Да. Так во сколько она сегодня пришла? А, в 6. А работает до 5.
А если бы ты узнал, что она ушла сегодня в полдень и уже на службу больше не возвращалась, что ты на это скажешь? Ну, опять кто звонит? Мы что, будем выяснять, кто звонит? Или ты будешь слушать, чем занималась твоя жена с часу до шести? Будем слушать. Ну и правильно. Вот это мужской разговор. Твоя жена была у меня. Как чем занимаюсь? А что ты не знаешь, чем занимаются нормальные люди в рабочее время? Подписывали накладные. Это ты издеваешься, а я, может быть, люблю. Как кого люблю? Работу. Накладные люблю подписывать. Не первый раз, говоришь, звоню. А ты поди разбуди свою жену и поинтересуйся, почему я так часто тебе звоню. Ладно, целую. Как кого? Ее и тебе. Что ты делаешь, Изверг? Ведь там же живые люди. Не жалко тебе? Не знаю, бабка. Шалопут. Так, что у нас там? Возьмем купюру покрупнее. Так, 0,20. Подожди, 0 же не бывает. Подожди. Так, во. 133, 8, 7, 4. Алло. Майора Павла, пригласите, пожалуйста, к телефону. Я знаю, что квартира, а не военная база. А майор Павлов еще не проводил у вас обыск? Пока нет, да? Ну, значит, будет. Да. Попросите, пожалуйста, когда майор Павлов придет, позвонить в управление. Да. Спасибо большое. Ну, перестань, ей-богу, ну! Я сейчас в милицию заявлю. Ну, ладно, подожди ты, ну! Тут, знаешь, последняя попытка, а вдруг повезет. Так, ага. Нормально. Так. 925-46-38. Да. Здравствуй, любимый. Не спишь? Я тоже. Да так, все, мысли какие-то, мысли все время. Не знаю, куда от них деваться. И у тебя? Вот видишь, как хорошо, что мы нашли друг друга. Да. Прости, пожалуйста, а ты мужчина или женщина? Ах, девушка. Нет, я просто подумал, что ты притворяешься. Сейчас многие мужчины выдают себя за женщин. Нет, я к таким мужчинам не принадлежу. А тебя как зовут, любимая? Оля? Оля. Это красиво. А меня Саша. Саша. Сашуля. Нет, не поэт. И не брюнет. А ты поднапряги свои мозги. И угадай, кто тебе может звонить в такой ранний час. Нет, не бездельник. Бездельники, мадам, сейчас спят. А мы с тобой вот еще мучаемся. От присутствия мыслей. Профессия? Необычная. Не интриговать, ладно, не буду. Лабух я. Лабух, не поняла? Ну, музыкант, то есть. Сколько мне лет? Тоже уже 20. Почему не верится? Ну, видишь ли, по голосу я сначала принял тебя за мужчину, а ты оказалась женщиной, то есть, пардон, девушкой. Тише ты, Полина. Чего? Я же работаю. Чего ты говоришь, любимая? Сыграть? Ну, сейчас, кажется, на дворе ночь. Потихоньку? Нет, потихоньку не получится. У меня сакс. Музыкальный инструмент такой, труба.
Сыграть тебя дома? Нет, я не испугался. А? С чего ты взяла? Конечно, мужчин. В рассвете сил. Адрес записать? А вообще-то меня ждут в общежитии. В общаге. В студенческой. Ага. Нет, у тебя, конечно, интересней. Так скажи адрес. Улица у тебя какая? Ага. А домик? Ага. А квартирка? А так, однокомнатная или погабаритней? А, трехкомнатная? Это замечательно. Ага. А этаж? Шестой? Ага. Хорошо. Так, все. А это замечание по существу. Значит, больше не звонить, дверь будет открыта. Хорошо. Я дам о себе знать. Ну, все, я на цирлах. Беру тачку и лечу. Ага, салют. Валентин, ну что ты копаешься? Ну, не могу я больше ждать, а то на метро опоздаю. Эй! Правильные слова для себя находишь. Молодец, правильно. Слушай, Полин, как я выгляжу? А как лабух и выглядишь. Ну, правильно. О, пиджак Акимыча надеть надумал. Правильно решил, как есть метр. Простите, можно? Извините. Куда прешь, пойдем? У меня телеграмма. Нет, я не хам, у меня телеграмма. Дайте один билет. Куда? Что, на ресторан? На очередь, пойдем. Извините. У нас у всех телеграммы. Ну, куда вы лезете? У меня телеграмма от дочери. Жена в тяжелом состоянии, 976-й, дополнительный. На 976-й мест нет. Один билет. Нет билетов, с удовольствием, но мест нет. Ну, один. Уважаемые товарищи пассажиры, на этот рейс нет ничего. Сделать, как нравится без очереди. Ну, надо же. Лучше бы нас, если предпринимали. Ну, что, ради гражданского? Товарищ! Гражданин! Товарищ! Надо улететь. Жена при смерти, вот телеграмма. Помоги, пожалуйста. Какой рейс? 976-й, дополнительный. Ты что? Ну, уже посадка объявлена. Давно уже посадка закончилась. Ну, а что делать? Чем платить будет? Деньгами? Нет. Ну, подожди. Ну, может, вот этим. Подожди. Что там? Ну, это другой калинкор. Считай, что ты уже относишься к самолету. Это значит так. 4. Нет. Уснул. А ну, жене твоей, на выживание. Я понял. Ага. Жди. Ну, хорошо. Thank you.
Салем, калям. Калям, салям. Я не ошибся? Вы Саша? А вы Оля? Да. Здрасте, Оля. Минуточку. Что это за смех? Ой, извините, это нервное. Вам действительно 20? 21-й пошел. Мне уйти? Да нет, зачем, оставайтесь. Так оно даже интересней. Это как так? Ну вот так, с сюрпризом. Труба. Вроде. Сыграть сейчас или потом? Вы что, торопите? Не очень. Ну вот и замечательно. Тогда проходите и чувствуйте себя почти как дома. Попытаюсь. А это кто? Наверное, Володя опоздал на электричку. У тебя что, сегодня день приемов? Хочешь, анекдот расскажу? Человек приходит к любовнице. Неожиданно возвращается ее муж. Прыгает с балкона. Да ты что, с ума сошла? 12-й этаж. Ой. У нас 6-й. Там 12-й. Прыгает. Летит и думает, зачем я это сделал? Жена-то ведь лучше. Ничего хорошего тут нет. Там еще и дети маленькие. Господи, зачем я это сделал? Господи, летит. Цепляет с подтяжками за ветку. Господи, летел всего 2 секунды, и такая дребедень в голову лезет. У вас туфли снимают или как? Холостяк. А как вы догадались? Да заметно, холостяки всегда на площадке обувь снимают. Ценят труд женщины. Чай, кофе? Лучше вина, капельку, если можно. Капельку можно. Так, ну ладно. Значит, Лабух. Собственной персоной. И где лобаете? Прошу прощения, в ресторане. Вам приходилось когда-нибудь быть в ресторане? Ну, смотря в каком. В нашем? Ну, в вашем, наверное, нет. Ну, чиз, будемте здоровы. Со свиданец. Что это за вино? А, ничего особенного. А мне понравилось. Чего рабели-то? Не понял. Ну, сидите на краешке стула, говорите комплименты дерьмовому вину. Боитесь меня, да? Что вы, ни капельки. Я сейчас как никогда смел. Спасибо. Можно вопрос? Одна ли я дома? Вот именно. А что, грубануть хотите? Только не надо обижать. Просто хочу узнать пределы допустимого. Ждете кого-нибудь? Уже нет. Ждала, и он пришел. Кто? Вы? Загиб, полный загиб. Такой субъект, такая площадь, и вдруг одна. Это не из нашей жизни. Это наши будни. Да. Значит, вы меня ждете. Зачем? Потерпите немного, все узнаете. Все? Что значит все? И потом сколько терпеть? Недолго. Думаю, час-два. Вы же не торопитесь? Нет, но... Так сказать, да. Ну вот и замечательно. А откуда вы узнали мой номер, принц? Да ниоткуда. Ну как ниоткуда? Не говорите неправды. Вы же позвонили. Не называйте меня принцем. Я уже давно не принц. Ну вы же явились после полуночи. Раньше? Раньше меня называли по-другому. Как? Приблуды, например. Ну ладно. Так откуда вы узнали мой номер, приблуда? Да ниоткуда, клянусь вам. Вот немножечко надо это... А, от полтинника. Взглянул на полтинник, а там ваш номер, вот и набрал.
Зачем? Для смеха. Вам смешно, и мне весело. А что, я действительно вам нужен? Действительно. Зачем? Я же сказал, терпение. А если углубить? Это тайна, покрытая мраком. И она умрет вместе с нами. Нет. Только прошу вас меня не впутывать в свои дела. Я для таких опытов не гожусь. Кролик оказался стар и для убоя непригоден. Дико извиняюсь, но визит к больной, да-да, скоропостижно прекращается. Аде. Я пошутила. А я вам не верю. Не верите? Тогда уходите. Между прочим, этой ночью мне приснились раки. Ну и что? А то, что раки, это к драке. Все, я желаю вам счастливой дороги. Привет. Ну и привет. Я же сказала, счастливой дороги. Не ухожу только потому, что не выполнил обещание. Какое? Сыграю вот и уйду. Смотрите, какая обязательность. А зачем же вы обязательный человек, мне позвонили? У вас маленький секрет, а у меня чуть побольше. А хотите, я расскажу о вас. А что вы обо мне знаете? А все. А чего обо мне рассказывать? Испугались. Да не испугался, да все даже сам себе не рассказываю. Ладно, пойдем по вехам. По главным вехам, с веселым смехом. Расскажу о вашей жизни. О твоей. По телефону мы были на ты. Разрешаю фамильярничать. Хорошо, я попробую. Значит, во-первых, вы холостяк. Ты. Ну, хорошо. Ты. Ты холостяк. Правильно? Слушай, девушка, ты не в милиции работаешь? Да пока нет. Затем, тебе, судя по лысине, 60 лет. Ты что, ненормальная? Я еще мальчик. Мне 55. Да, действительно, детский возраст. Семьи у тебя нет, ты живешь ты один. Ты начинаешь повторяться. Но при всем этом ты был женат бесчисленное количество раз. Почему бесчисленное? Всего 7 раз. Теперь о детях. О, дети, моя слабость. Ой, тю-тю-тю маленький. Ой, тю-тю маленький. Да ты же не только забыл. Ты же даже и не знаешь, сколько их. Ты сбился со счета, принц. Нет, не сбился. Память крепкая. 12 детишек. Разбежались, разъехались. Не собрать. Дальше. А дальше ты ненавидишь свою работу. Ты стыдишься ее, потому что мечтал ты совсем о другом. Ты хотел учиться в консерватории. Ты был одаренным музыкальным мальчиком. Ты приносил радость своим... Стоп! Никому я ничего не приносил. Во-первых, я был бездарен, как сивый мерин. А во-вторых, о консерватории никогда не мечтал. И музыкантом стал лишь только потому, что был никудышным инженером. И в-третьих, уважаемый Чувих, работу свою обожаю до слез. По причине веселого окружения и вечного праздника души. Семьи у меня нет, детишки разбежались. Друзья в уюте, и со стороны может показаться, что я несчастная букашка. Но нет, иллюзия, мираж. У меня есть публика, которая нуждается во мне, а я в ней. И жизнь, мадам, бьет ключом. Грустно. Вам грустно, а нам нет, нам весело. Вот когда и в ресторан-то приходите, вам и там грустно. Давите окурки, тяните вино, кривите рот якобы в усмешке. Кое-как танцуете и все время, черти дери, грустите. Мы же умеем веселиться. Мы другое поколение. Минуточку. Я это все знаю по своим предкам. Они тоже веселятся. Даже тогда, когда это совсем ни к чему. Предки? А, кстати, где они? Веселятся.
И не придут? Не думаю. А все же? Я уже сказала, что они не придут. По крайней мере, в ближайшее время. Слушайте, а давайте сыграем в одну игру. В какую игру? Ты будешь женихом, а я буду невестой. В каком смысле? Ну, я невеста, ты жених. А что, если кто-нибудь придет? Слушай, принц, ты труслив. Ну, играем или нет? А что я должен делать? Ухаживать за мной. Ты что, никогда не ухаживал за невестой? Не помню, но скорее нет. Ну, тогда представь, что тебе 20. Что я у тебя первая любовь. Слушай, давай я тебе сыграю тихо и уйду. Нет, никуда я тебя не отпущу. Ну-ка, начинай ухаживать. Идти к себе обниматься? Какие у тебя примитивные представления об ухаживании. Руки у меня красивые. Не понял. А ноги? Это уже похоже раки. А волосы? Допустим. Плечи. Это на чего же мы тогда идем? Талия. Надо бы посмотреть. Пожалуйста. Далековато. Ну, а бедра? Толстоваты. Шея? А шея мне вообще не нравится, не мой вкус. Чего тебе от меня надо? Говорите мне комплименты. Вы же старый ловелас, вы же должны, вы же обязаны уметь их говорить. А я не хочу. Понимаешь, не хочу. Умею, но не хочу. Вопросы будут? Мне жалко. Ох, ей жалко. Себя лучше пожалей. Я и жалею. Слушайте, а хотите обо мне рассказать? Что, чокнутые? Тебя заклинило на этих рассказах? Наверное. Давайте выпьем. Это другое дело. Простил? Ну, будь здоров, Иван Петров. О, у меня все-таки недурственно. Еще можно? Не, нельзя. Почему? Хмель в голову, бес в ребро, как говорит мой папа. Его там нет? Его там нет. А, слушай, а сколько ему, твоему папе? Много. А маме? Меньше. Маме меньше. Заперла дверь. Зачем? Надо. Пускай побудут у вас. Значит, кто-то должен прийти? Кто? Не знаю. Положите в карман. А вот это мне уже совсем не нравится. Кто должен прийти, девочка? Никто, мальчик. Ну нет. Ключи ваши, пусть будут при вас. И в подозрительной комбинации прошу меня не впутывать. А если я попрошу? Не проханжа. Слушай, выпусти меня отсюда. Я пока что прошу. Нет. Что нет? Не выпущу, вы мне нужны. А может, я нужен самому папе Римскому? Отдай ключи. Ня. В таком случае мне придется прибегнуть к силе. Прибегайте. Ты что, девочка, издеваешься надо мной? Ничуть. Это же подло. Сначала заманил меня, а теперь не выпускаешь. А вам не подло оставлять меня одну? Да я тебя не знаю. Неправда. Мы с вами знакомы вот уже 5 лет. И именно вы протолкнули меня в педагогический институт. Вы, кстати, не забыли, что я уже на 2-м курсе? Какой институт? Какой 2-й курс? Ты что, девочка? Сидите и не дергайтесь. Какая наглость. Сидите. Нет, вы посмотрите, какая наглость. Это же шантаж. Хотите выпить? Не трогай меня. Саш. Ну ладно, не называйте меня так. По твоей милости, у меня будет инфаркт. А что, у вас такое слабое сердце? Нет, это раки, определенно раки.
Да. Значит, решили остаться? Ну, а куда же мне сейчас дергаться в такую темень? Еще сакс отнимут. Эти времена сама знаешь какие. Ну, раз решил, тогда оставайся. Ты что, мне угрожаешь? Да нет. Просто фиксирую твое решение. Нет, ты все-таки угрожаешь. Решения, как известно, могут с легкостью приниматься и с такой же легкостью отменяться. Давай лучше с тобой просто посидим спокойно, а там видно будет. Ну, давай. А почему ты сказала таким тоном «давай»? Значит, ты действительно угрожаешь? Тебе, Сашуля, некуда дрыгать такую темень. Да и мне при данной ситуации будет повеселей. Я тебя убью. Определенно убью. И наш советский суд меня оправдает. Ты бандит с большой дороги. Слушай, вопрос можно? Нельзя. Если ты честно ответишь, я тебя выпущу. Где деньги лежат? Не скажу. Слушай, ты хорошо прожил жизнь? Прекрасно. Удивительно. Даже восхитительно. У тебя болело сердце за ближних? Че, депутат? Да трибуны повыше. За судьбу детей, например. А, тетю маленький. Думаешь, достала меня, да? Отнюдь. Здесь у меня броня в ладонь толщиной. Тем не менее, отвечу, да. Жаль детей. Особенно собственных. Которые разбежались, разъехались. Когда-то даже плакал. Пару раз. Ну, а теперь прошу прощения, все в порядке. Железный Феликс. Вы бросали семьи, и женщины с детьми оставались одни? Женщины находили других мужчин, и дети преспокойно называли их папочками. Преспокойно? Абсолютно. Тот человек в штанах или другой, какая разница? Слушайте, вы преступник, и вас давно пора судить. А полчаса назад вы меня называли принцем. Так же запросто, как ко мне. Вы вламываетесь в чужие жизни, ломаете их, коверкаете, а потом со спокойной совестью разгуливаете на свободе. Вы животное. Да нет, зверь. Что с вами, девочка? Вы звоните ночью незнакомым людям, поднимаете их с постели, говорите им всякую чушь, развлекаетесь. И вы ведь ни на секунду не задумываетесь, что, может быть, в этот момент вы своим идиотским звонком убиваете человека. Слушайте, по какому праву, а? А может, у меня не было другого выхода? Ну, вот и получается, что заслужили. Все? Могу быть свободен? Да, пожалуйста. Премного благодарен. Адьё. И все-таки, зачем вы меня пригласили? А теперь это не имеет значения. Вы знаете, у вас есть что-то страшное. Безжалостно страшное. Уходите. Вы совершенно не зная меня, вывернули меня наизнанку. Я прошу вас уйти. Вы избили меня, даже не подумав в моей седой голове. Слушайте, что, соседей позвать? Вы поступили, как поступают трусливые полуночные шпана. Знаете, мне надоело. Вы чего тут затеваете? Ну, хорошо. Мне нужен был порядочный человек, чтобы разобраться с непорядочным. Увы, вы таким не оказались. С кем разобраться? Слушайте, уйдете вы наконец? Нет, теперь я не уйду. Я останусь, и мы продолжим разговор. Уже третий час ночи, я не желаю вас больше видеть. Я вас тоже, но совесть подсказывает, что я должен остаться. Так, тихонечко, под сурдинку. Я вас последний раз прошу. А я последний раз вам отвечаю. Денег на такси у меня нет, поэтому я должен остаться здесь до первого транспорта. А там, глядишь, и ситуация прояснится. И первый троллейбус плывет по Москве. Москва, как река, оживает. Я дам вам денег на такси. От женщин, пардон, от девушек не беру. А если вам хочется с баиньки, ступайте в другую комнату. У вас тут их, если не ошибаюсь, целых три. Отдыхайте. А я погрущу в одиночестве. И больше с корченком стучало в виски. Стихает, стихает. И черт.
Вот всегда так. Кто-то заваривает кашу, а ты потом расхлебывай. А, принцесса, вина. Что же там происходит? Веселятся, в отличие от нас, вот и все. И все же, что ты от меня скрываешь. К тебе должен прийти мальчик? Мальчик с пальчик. Что, поссорились? Причина? Может, хватит задавать идиотские вопросы? О, принцесса, какой тон. Кто вас воспитал? Пап с мамой. Плохо воспитали. Детей надо воспитывать, как правило, до 5 лет. Как вы, например, своих? А, непременно. А, обязательно надо кусаться. Зубки режутся. Давай дружить. Ну, давай. Как брат и сестра. Вернее, как троюродный брат и троюродная сестра, чтобы не исключать возможных нюансов. Ой, действительно. Да, понял. Кстати, ты напрасно. Вино не дурственно. Можешь повторить? Значит, как я понял, ты уже на 2-м курсе? Правильно понял. Факультет? С памятью принца у тебя все в порядке. Педагогический 2-й курс. Ты звонил по поводу меня Юркину. Ты не поверишь, сестренка. Когда я был студентом, и кажется, это было вчера, но, увы, как всадник на лихом коне примчался год 50-й. Кстати, моему папе 50. Почему, кстати? Ну, ты интересовался. Я больше интересовался, маман. Сколько ей? Меньше. Ты посмотри на меня. Как ты думаешь, я понравлюсь ей? Ты опоздал, ей уже нравится другой. Что, папаша? Допустим. А моего по боку. И будет у тебя другой папаша. Помирься со своим дружком, поженитесь, нарожайте киндеров. Перестань. А мы с мамашей будем их воспитывать. Я и кое-кого из них буду учить музыке. Перестань. А твой папаша будет иногда заходить, плакать от зависти, и мы с ним на заваленке... Перестань же! Перестань. Что, перебор? Перестань. Вот ты уже прожил жизнь. Я прожил? Ну, заканчиваешь свою жизнь. Да я ее не начинал. Послушай, какой из человеческих пороков кажется тебе самым-самым отвратительным? Отсутствие денег. Ну, я серьезно. Я тоже. Когда денег нет, ничего нет. Ну, не знаю, мне папа всегда давал достаточно денег. Да? А кем он работает? Начальником. Большим? Маленьким. Ой, маленьким начальником так стыдно быть. А почему он маленький? Да, таким родился. Слушай, а хочешь, я тебе скажу, что для меня самое отвратительное? Интересно. Ложь. Когда лгут. Смотрят в глаза друг другу и лгут. Ну, страшно сказано. Это кто же вам так насолил, мадам? Кто это глаза в глаза? Сердечный друг? Мальчик с пальчик. Ты что хочешь? Давайте потанцуем, а? С удовольствием. It's so nice to have you back where you belong. You look and swell, darling.
still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never go away again. Что сказывается твои 50 с хвостиком? Пардон? В чем дело, мама? Это ты меня спрашиваешь? Да выключи ты эту музыку. Кто этот человек? Добрый вечер, моя фамилия... Не оправдывайся. Что тебе нужно, а? Кто этот человек? Моя фамилия? Помолчи, говорят. В чем дело, мама? Ты уже вернулась из гостей? Да, я уже давно вернулась. А ты разве не слышала, что я дома? Мы же договаривались, что ты останешься там, у приятелей. А, тебе не нравится, что дочь ночует дома, а не у приятелей? Но ведь ты... Я нарушила твои планы, мама. Ничего ты не нарушила, и нечего задавать дурацких вопросов. Кто этот человек? Допустим, мой жених, мама. Чей жених? Допустим, мой. Моя фамилия. А что он здесь делает в такое позднее время? Танцует. А кроме танцев? Ведь ли я это... Ничего объяснять не надо. Кроме танцев, мамочка, он еще ухаживал за мной. Что? Ты разве не знаешь, как мужчина ухаживает за женщиной? Гражданин, я вас прошу покинуть этот дом. Так ведь я, собственно... Мамочка, он мой гость. Когда я... Оля, гость до 11 гость, а после 11 гостей надо выпроваживать. Никуда он не пойдет. Он останется здесь до утра. Ну, понимаешь, Оля, какая петрушка тут делает? В таком случае я звоню в милицию. Только не милицию. Милицию не надо, милицию я не люблю. У него нет денег на такси, мам. Да? Я ему дам денег. А у женщин он не берет? Не беру. Хорошо, я возьму у мужчины. А у того мужчины, мама, он тоже не возьмет. У какого мужчины? А у того, у которого ты хочешь взять, мама. Что ты болтаешь? Я не болтаю, я говорю. Так и не надо ссориться. Оля, у меня деньги есть, чтобы у лапуха не было денег. Да если даже пешком, тут 40 минут ходу. Что ты болтаешь? Постеснялась бы постороннего человека. А что меня стесняться? Режьте во всю Ивановскую, я могила. А лучше, если я уйду. Оль, девочка, открой мне дверь. Если он уйдет, я уйду вместе с ним. Он мой жених. Шутка. Ты его давно знаешь? Давно. Мы тайно встречаемся уже 5 лет. Не верьте ей. Мы знакомы всего несколько часов. Мы знакомы 5 лет. И я уже 5 лет, мама, тайно принадлежу ему. Оля, мама, не верьте ей. Верьте мне, мама. Я позвонил и приехал. Зачем ты пугаешь человека? Лучше расскажи ситуацию. Знаете, у меня есть игра такая. Забава на деньги. Я набираю номер и звоню. А позвонил, а она говорит, алле, приезжайте. Ну, я и приехал. Ты говорила или не говорила? Да, он прав. Мы знакомы всего несколько часов. Но я уже полюбила его, мама. Оля, это же смешно. Это очень смешно. Кому-то будет смешно сейчас, а кому-то будет очень смешно потом. Что ты этим хочешь сказать? Только то, что сказала. А если точнее? А тебе непонятно? Баба, выпусти меня. Выпусти человека. Иди к себе, и я его выпущу. Давай мои ключи, я выпущу его сама. Я тебе ключей не дам. Отдай мои ключи. И твои ключи я тоже тебе не дам. Оль, что происходит? Ничего.
Просто я хочу, чтобы все ключи до утра находились у меня. Что происходит, Оля, а? Саш. Александр. Александр, я прошу тебя оставаться здесь до утра. В этом есть необходимость? Есть. Похоже, действительно, я ей нужен. Прошу, кто хочет садиться. Что ты затеваешь? Нет, я все-таки вызову милицию. Вызывай. Она взломает дверь, и тогда, дочь моя, ты очень пожалеешь об этом. А ей придется ломать. Отдай не ключи. Одну дверь. Отдай, негодяйка, ключи. Не отдам. Кочевая, маманя, это же не ведомое воспитание. А потом, если она не отдает, а ты добиваешься, значит, тут дело нечистое. Давай подождем до утра, а там посмотрим, что из этого компота получится. Самая отпетая негодяйка. Дрянь. Давайте с вами познакомимся. Что вам нужно? Познакомиться. Александр Григорьевич Андрющенко. Возраст 55 с хвостиком. На данный момент круглый холостяк. По вечерам играю в оркестре на саксофоне. Пойдите прочь. Угу. Мою маму зовут Анна Николаевна. Или Аннушка, как ее называет мой папа. Он ее очень любит. Дрянь. Работает. На работе является рядовым, винтикообразным, но очень честным экономистом, где и проводит большую часть своей незапятнанной жизни. Любимый начальство. Прекрати поясничать. Жалеет папу, потому что папа слаб, потому что папа стар, потому что папа тряпка. Тряпочка. Знаете, ну а тряпочка, что с ней надо сделать? Ее нужно выстирать, высушить, погладить. И тряпочке ведь нравится, что она чистенькая и висит. Замолчи. Не затыкай мне рот. Замолчи! Девочки, бабоньки, тише, тише. Ну, я прошу вас. А вот лицо мне ваше кажется знакомым. Что вам нужно? Я говорю, лицо мне ваше подсознательные места трогает. Мы не могли с вами где-нибудь встречаться? С вами нет. А если пошевелить? У меня профессиональная память на лица. Музыкантом в прокуратуре работаете? Что? Гораздо ниже. В ресторане. О! Я видел вас в ресторане. Вспомнил, я видел вас в нашем ресторане. Причем не однажды. В каком ресторане? В нашем. Ресторан «Фауна», в некотором роде захолустье. Вы всегда сидите, вы любите сидеть второй столик кустиного окошка. Точно вспомнил. Я еще на вас глаз положил, как на весьма интересную даму. И наш метр для вас свой человек. Ваша профессиональная память вас подвела. Я уже не помню, когда последний раз была в ресторане. Пардоньте, здесь затрагивается моя профессиональная честь. И с вами всегда сидел, я уж это клево видел, мужчина в очках. Он всегда садился к нам спиной. Причем вы никогда не танцевали, а нас, музыкантов, это очень обижает. Вы что, следствие ведете? Никакого следствия, просто приятно встретить знакомое лицо. Это был ваш муж, пардоньте? Послушайте, оставьте меня, у меня голова раскалывается. Что, воды налить? Пожалуйста. Знаешь?
Полтинник, командир, ты еще не будете. А, давай. Только побыстрее. Вы действительно музыкант? Сыграть? Как-нибудь в другой раз. Я забыла, как вас... Александр Григорьевич Андрющенко. Ага. Можно, Саша? Да уж лучше Сашуля. Что вы говорите? Лучше Сашуля. А у вас есть дети? Угу. Угу, это что? Угу, это есть. Ага, и, наверное, не меньше двоих. Да, значительно больше. Ваше счастье. Один ребенок в семье – это крест. Ты, кажется, тоже была единственным ребенком у своих папы с мамой. Ну вот. А началось все с того, что мы с мужем разрешили ей влезать в нашу постель. И вот с той же бесцеремонностью, с которой она влезала под наше одеяло, она стала влезать в нашу жизнь. Но мне в этом смысле повезло. Да? Остается только завидовать. Если вам завести второго ребенка? Вы знаете, сколько мне лет? Знаю. 23. Больше, значительно больше. Да. Так сколько, сколько? Не скажу. У вас впереди десятка, полтора детей. Прекратите вы мне морить. Хотите, могу поделиться опытом. Молодежь, оставь нас на полчасика. Ну? Это кто? Оля, это кто? Я думаю, папа. Если вам завести второго ребенка? Вы знаете, сколько мне лет? Знаю, 23. Больше, значительно больше. А сколько, сколько? Не скажу. Да что вы, у вас будет десятка-полтора детей. Вы меня уморите. Хотите, я поделюсь с вами опытом? Молодежь, оставьте нас на полчасика. Но. Это кто? Оля, это кто? Думаю, папа. Папа? Да, папа. А почему? А почему он приехал? Ведь он не должен был. Оля, почему? Должен был. Значит, это ты сделала. Значит, это ты сделала. Оля, доченька, чего ты добиваешься? Ну, зачем ты это сделала? Зачем? Это раки. Точно, это раки. Девки, что будем делать? Открывать? Одну минуточку. Оля, открой папе. Вот ключи. Открой с ним. Я прошу тебя, я не могу. А может, вас нет дома? Оля, а может, нас нет дома? А где же мы? А где мы? А может, мы это, за городом или уехали в гости? Да что такое?
Он будет звонить до утра. Да, он будет звонить до утра. Так кто же ему откроет? Давайте я. А в этом ничего страшного нет. Давайте, открывайте. Давай. А может сказать, что вас нет, и я один в квартире? Пусть подождет на улице. Это очень остроумно, но лучше не надо. Пусть все будет так, как есть. Ага. Только скажите ему, что мы в этой комнате. У нас 3 комнаты. Вы скажите ему, что мы ждем его в этой комнате. Я вас очень прошу. Все понял. Только странно, что я тоже волнуюсь. Наконец. Нет, нет. Возьми чуточку правее. Вас там ждут. Слава Богу, живые. Почему так долго не открывали? С ума можно сойти. Что у вас здесь случилось? Аннушка, как ты себя чувствуешь? Кажется, неплохо. Кризис миновал. Кризис? Кризис миновал. Я здорова. Слава Богу. Думал, не доеду. Килограмма 2 валидола сожрал. Извините, что... Андрющенко Александр Григорьевич. Спасибо большое, что вы здесь. Ну что, это все. Так, что у нее было? У кого? У жены. Может, это возрастное? Не исключено. А раньше подобного не наблюдалось? Аннушка, у тебя было что-нибудь подобное? Я не помню. Ну как же, я тогда вызывал неотложку. Я что-то не помню. Доктор, скажите вы ей, что... Папа, этот человек не доктор. А кто же? Просто гость. Не понимаю. Аннушка, ты как себя чувствуешь? Я себя чувствую прекрасно. А до этого? Что значит эта телеграмма? Какая телеграмма? Срочно выезжай немедленно. Мама в тяжелом состоянии, Ольга. Это значит, что у тебя выросла очень заботливая дочь. Папа, мама тебя обманывает. Она... Действительно, в тяжелом состоянии. Я без ее согласия дала телеграмму. Спасибо, миленький. Значит, все уже позади? Неизвестно. В каком смысле? В смысле маминого самочувствия. Спасибо, дочь. Я этого не забуду. Девочки, вы опять поссорились, да? Ну что вы, ей-богу! Давайте лучше я вам расскажу, как я сюда добирался. В другой раз, пап. Саш, ты запер дверь? Кажется, запер. Что значит кажется? Я не понимаю, что здесь происходит. У нас выросла очень заботливая дочь. Это я понимаю, но здесь что-то не то. Этот мужчина, кто он? Андрющенко. Это наш друг. Это мой друг. Ну, а почему ты с ним? На ты? Он, кажется, тебе не ровесник. Ты считаешь, что друзьями могут быть только ровесники? Нет, я не считаю, но раньше я в числе твоих друзей его не замечал. А кого ты вообще замечал в числе моих друзей? Ну, как же, этого. Кого? Ну, этого твоего. Ну, кого? Ну, я чувствую, вы основательно поссорились. Отнюдь. Мы сидим вместе в комнате, пьем вино, слушаем музыку. Нас развлекает товарищ. Так что я не понимаю, почему ты считаешь, что мы поссорились. Знаешь, ты права. Нет, ну тогда я тем более ничего не понимаю. Как вас зовут, милейший? А в чем, собственно, дело? А дело, как известно, в шляпе. Но тут случай исключительный. Я бы даже сказал, экстравагантный. Ну так как вас? Ну, допустим, Алексей Юрьевич. Так вот, уважаемый Алексей Юрьевич. Саш, чего ты от него хочешь? Я хочу сообщить ему... Один наш маленький секрет. Какой? А тот, в который мы с тобой играли сегодня. А зачем? А затем, что этим моментом я заинтересовался всерьез. Семейка все же ничтяк. Какой секрет? Вот вы, уважаемый, задали вопрос своей дочери, почему она со мной так фамильярна. Да. Хотите отвечу? Пожалуйста. Она мне тычет, потому что связь у нас с ней очень близкая. То есть? Я расшифрую. Я жених, а она невеста. Как? Вот так, папа.
Вы что, с ума тут посходили все? Наш гость, наверное, шутит. Нет, нисколько. Спросите у дочери. Оля. Оля. Ну, в какой-то степени это правда. Сначала я ему сделала предложение, он испугался. А потом он мне делает предложение. И еще совсем неизвестно, как я на него прореагирую. Отрицательно, только отрицательно. Разрешите. Пожалуйста. У тебя что, глаз нету? Возраст? Вас смущает возраст? Все. Меня смущает все. И возраст тоже. Вы что же, так и будете называть меня папой? По большим праздникам, а по малым праздникам. Юрий Алексеевич. Алексей Юрьевич, тем нет, более. Категорически нет, Ольга, я запрещаю. Ты слышишь, я оставим раз навсегда этот разговор. А тебе не кажется, что ты нарушаешь договор не диктовать мне нет. условия? На подобные авантюры наш договор не распространяется. У тебя что? У тебя женихов мало, да? У тебя же есть этот, как его, Володя. У тебя есть уже Володя. Нет. Он тебя любит. Не любит. Любит он меня. Я не верю, ты говоришь неправду. Он ходил к тебе каждый день, говорил, без тебя не может. Может, пап, может. Как? Ты не понимаешь, что может. Вот так. Теперь может. Он преспокойно совмещает меня с другой и при этом не перестает утверждать, что жить без меня не может. Я сегодня была в гостях папы и прекрасно в этом убедилась. И узнала, что такое ложь. Может быть, впервые, понимаешь, ощутила это. Впервые. Папочка, милый, я прошу, ну не надо больше об этом. Я прошу оставить меня в покое. Боже, что я делаю? Оленька. Идите, товарищ, уже поздно. Нет, он останется здесь. Ты что, всерьез? С ним? Ну, а тебе бы как хотелось. Ты сама сбежишь от него через две недели! Неужели ты не видишь? Ну, в этом смысле могу вас успокоить, папа. За свою многотрудную жизнь я был женат множество раз. Но покидал жен всегда я. Первым. Ты знала, что он был женат уже множество раз? Знала. Он, как порядочный человек, все мне об этом рассказал. Почему ты молчишь, Анна? Это шутка. Оля, прекрати немедленно. Прекрати валять дурака. А вот теперь я решила, папа. Мы действительно поженимся с Сашей. Пожалуйста. А вы, говорите, шутка. Вот так, дорогие предки, жизнь берет свое. Понял. Вы обсуждали здесь именно этот вопрос. И именно поэтому поссорились. И телеграмма тоже по этому поводу. Да нет. Телеграмма была совсем по другому поводу. Оля, может, ты беременна? Почему он смеется? Ну, потому что ты говоришь глупости и пошлости. Как же это пошлость? Товарищ, как вас? Для вас теперь Саша. Разве это пошлость, Саша? Не думаю. Давай я тебя сблагословляю и дело с концом. Саша, а вы не слишком со мной бесцеремонны? Такая теперь молодежь. Давай, решай, отец. Анна. Он требует, чтобы мы решили. Решай. Почему я? Потому что всегда решала я. Теперь твоя очередь. Мы что, очередность будем устанавливать? Отныне да. По-моему, Ольга твоя дочь. Как ни странно, но и твоя тоже. Тихо, тихо, тихо. Мам, папа, не надо ссориться. Покажите лучше комнату, где будем жить. Где они будут жить? А у него должно быть свое жилье. У вас должна быть, простите, как вас? Сашуля. У вас есть, Сашуля, свое жилье? Такового не имею, так как проживаю в общежитии. В общежитии? В общежитии официантов имени Пугачева. Емельяна. Так вы официант? Нет, папа, я музыкант.
но живу в общежитии по причине отсутствия собственной жилплощади. Что-то новое в твоей биографии, принц. Принц? В смысле, князь? Постаревший принц, которого так затаскали по сказкам, что он докатился до общежития. Ну, ладно. Ну, знаешь, сейчас многие находят у себя дворянские корни. Да, он даже похож немного на Андрея Голицына. Тот, правда, с бородой. Уж скорее на Ивана Грозного. Из Рюриков. Ну, хватит отвлекаться. Давайте решать, где мы будем жить. Невеста, тебя общага устраивает? Да ты что, с ума сошел? Нет, конечно. Ну, есть альтернатива под одной крышей с предками. Нет, это еще хуже. Как же, ну, семью нужно создавать, Саш, так, чтобы не было никакого вот вмешательства извне. И здесь это просто невозможно. Невозможно. Ты что, хочешь сказать, что мы постоянно суем нос в твои дела? Если вопрос стоит так, то никто, в конце концов, в ваши дела вмешиваться не собирается. А значит, в принципе, ты не возражаешь? В принципе? Я возражаю, но чтобы не было потом нареканий, решай сама. В конце концов, мне даже нравится, что человек жил черти где, вдруг прямым попаданием в хорошую семью. Я бы сказала, замечательную семью. Напрасно иронизирую, семья не хуже других. И тем более, трехкомнатную квартиру, идеальный случай. Алеша, они знакомы всего несколько часов. Замечательно. Как? Несколько часов? Ольга, ты когда с ним познакомилась? Сегодня ночью. Как ночью? Ночью. Ну, он позвонил, я пригласила к нам. И уже успели полюбить друг друга? А тебе это кажется маловероятным? Ну, почему же бандит? Мы с мамой тоже влюбились в считанные часы на новогоднем вечере. Правда, потом непонятно, зачем 2 года таскались по подъездам, телефонным будкам. Мать, дочь выросла. Пора решать. Решай скорее, терпения же нет. Ну, мать. Оставь меня. У мамы сейчас голова занята другим, пап. У нее всегда голова занята другим. Туркменский из особых сортов винограда. Годится. Тащи рюмки, невеста. Если можно, стопочки. Муж приехал. Муж объелся, муж. Прекрати. Так, прошу, закусь. Ну? Саша, Саша. Аня! Аннушка! Присоединяйся. Я пить не буду. Мать, будь современной женщиной. Дочь решила, значит, полюбила. И давай поверим. Ребята, будьте здоровы и счастливы. Я тоже пить не буду. Как так? Сегодня хочу иметь свежую голову. Зачем? Зачем тебе свежая голова, когда твой отец сделал матери предложение? Знаешь, какая голова у него была зимой в реку? В следующий раз, папа, я обязательно повторю твой ход. О, характерист, да? Намучаешь ты с ней, Сашка. Не боись, обломаем рога. Давай, выпьем вдвоем, ну их шуту. Ха-ха-ха.
Вот так-то. Давай, повторим. Повторим. Стоять. Зятёк. Папаня. Стоять. Сашуля, а? Можно я теперь все время буду тебя называть Сашуля? Валяй. Сашуля, поначалу ты мне не понравился. Чего? Тебе сколько лет? Мне? 12. Стесняешься, да? Под 60, небось. Тогда бери уже под 100. Ну, ладно. А мне 50. Ну, ты красивее. Понятно. Статный. 40, не больше. Фигура. Поначалу-то я увидел... Знаешь, испугался. Чего? Ну, думаю, дед. А теперь ничего, ничего. Привык. Ты ко всему привыкаешь. Ну, зачем ты так, Аннушка? Если так будет продолжаться, то уведу Ольгу в общагу. Не позволю. Только у нас. Только с нами. Давай выпьем за нее. За тещу. Ты знаешь, она распрекраснейший человек и женщина. Мать, видала? За тебя. Больше пить не советую. Тебе тоже сегодня пить нельзя. Пусть пьет. Не смей влезать не в свои дела. Понимаю. Тебе бы хотел, чтобы он напился и заснул мертвецким сном, да? Я тебя отхлещу сейчас по щекам, мерзавка. Мать, как ты можешь? Это твоя дочь. Она слишком много себе позволяет. Убирайся, я не желаю тебя видеть. Девочки, мама, а не лучше ли вам оставить меня в покое и пойти с папой в вашу комнату? Не ссорьтесь, в такой день. Эх, смотри сюда. Ну, я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Что происходит? Смотри, вот учись, что вот как это делать. Как ты это делаешь? Отсюда, знаешь, вот такая. Оп. Да. Понял? Ой, какой блеск. Пошли, принц, я провожу тебя, мы сами разберемся. Ты предлагаешь ему уйти сразу после помолвки? Так нужно, папа. Как? Он сделал тебе предложение. Пап, я тебе потом все объясню. Пойдем, принц, мы правда разберемся. Как что объяснить? В чем? Если разбираться только при нем. При виновнике, так сказать, всей этой катавасии. Ты пойми. Даже в картах перебор плох. Ты, понял? Ты прав. Но в данном случае я ничего не хочу понимать. Стоять! Стоять! Девочка, открой дверь. Стойте! Я вас не выпущу. Пап. Вы сделали предложение моей дочери. Я предложение забираю обратно. Нет. Вы оскорбили честь моей дочери. Папа. Это будет хорошая школа. Сейчас вы мне ответите за это. Папа. Вы мне за все ответите. Папа. За валидол.
За нервные клетки, за все. Где ты только... Откуда ты вытащила этого негодяя? Папа! Сейчас, гражданин, защищайтесь. Сейчас вам не сладко придет. Папа! А ну, нападай, папа! Я подай, я тебя... Сейчас... Отойди, подожди. Я ну, слева сейчас... Разыграли, понимаешь? Я сейчас ему дам розыгрыш. Папа, разыграли. Он ко мне свататься не собирался. Ну, было бы смешно, если бы ко мне стал свататься вот этот вот, ну... Ну-ну, осторожней. Оля, я не понимаю. Ну, шутка. Понимаешь, он начал, а я поддержала, сдуру. Ну, для смеха, па. У твоей дочери прекрасное чувство юмора. Оля, я же поверил. Не хотел, но поверил. Я же благословил вас. Тебя и его. Благословил. Определенно раки. Да. Всего доброго, гражданин. Спасибо вам за веселую ночь. До свидания. Веселая ночь, как я понимаю, еще не кончилась. Она кончится без вас. Пожалуйста, к выходу, я выпущу вас. Нет, гражданка, я придумал. Эту комедию я досмотрю до конца. Поддерживаю ваше решение. Уйти, значит, потерять очень многое. Вряд ли вы где-нибудь увидите нечто подобное. Ты что? Ты что, хочешь, чтобы при семейном вопросе присутствовал посторонний? Раньше этого хотела ты, теперь хочу я. Ты же пригласила этого гражданина для того, чтобы давать свидетельские показания. Мама, но ситуация меняется. Ну, ситуация не меняется. Я хочу, чтобы этот человек остался здесь до конца. Ронан, благодарю за доверие. Я ровным счетом ничего не понимаю. У вас что-то намечается. Намечается. И будь готов к этому. Да возьми ты. Спасибо. Но я никуда не собиралась уходить. Товарищ, вы понимаете что-нибудь? Пока не очень. Я тоже. Ладно, иди. Вы меня извините. Вы меня тоже. Вы, наверное, сочиняете, что общежитие живете. Чудак. Настя жизнечок сложился так, что он не имеет своего угла. Иметь не желает. Что вы на это скажете? Я ничего не скажу. Ну, странно. Странно. А мне вот уже не кажется странным. Хотите, я расскажу, как живу в общежитии? А это удобно, придам. Вполне. Сеньоры, сеньориты. Ланушка. Леди, джентльмены. Оля. Господа хорошие, товарищи, прошу занять места в портере. Да, надо мало собраться. Войти так, кстати, в образ. Из вас кто-нибудь бывал в общежитии? Ну, я в студенчестве. Тогда, нормалек, вот представь себе коридор. Вот так, ком. Коридор жутко длинный. Километров 100 не меньше, а может и больше. И вот когда с другого конца кто-нибудь топает, то этот топот длится целую вечность. Топ по голове круглый день. Топоумие от этого развивается неслыханно. Каждый второй топоумный. Но это не самый главный, братцы. Самый главный в нашей общаге – это я. Дед моя кличка. И я как увидел, много... Как же приблуда? Стоп. Дед моя кличка. А тут все. И почет, и уважение, и сюрприз для гостей. И возможность получить свежую постель без очереди. Все тут есть. И свой Дед Мороз на Новый год. И домашние эти самые дурацкие розыгрыши. Все. Еще меня обожают показывать знатным гостям. А у гостей, как правило, всегда вопрос один. Идиотский. Как вы здесь живете? Да, кстати. Вот как у вас примерно, папаша. А я им всегда отвечаю четко. Мне нравится. Вам не нравится? А мне нравится. Потому что ненавижу теплые сортиры, пыльные ковры и домашние тапочки. Я весь в молодости. А молодость во мне, так или нет? Уйду в общежитие. Так. Еще я обожаю выступать. Вот представь себе,
вечеринка. Шнапс, тринки в одной из комнат. Я там обязательный предмет. Без меня ничего не состоится. Представляешь? А я жую, слегка пригубливаю и никак не проявляю себя. Просто... Нет, Мирнёв, жду момент. И вот этот момент наступает. Я резво вскакиваю, все, между прочим, соображаю, в чем дело, и затихаю. Попрошу всеобщего внимания. Невеста, музыка. Ну, что делать, Езипов? А черт. К сожалению, вода. Внимание! Смертельный трюк. Не слышу аплодисментов. Нет, может, кто-нибудь желает попробовать? Так, так. Ой, пап, ты что? Ну и правильно. Для этого надо иметь здоровье. И, наконец, чечетка. Прошу. Осторожнее. Пошла, Нинка, пошла. На ноги смотрите, на ноги. Работай, Саша, работай. На ноги смотрите, на ноги. Браво, браво. Извините, без стука. Все видел. Браво. Добрый вечер. Утро. Разве? Как не сообразил. А сколько сейчас? Петухи кричат, проснулись. Чуваки идут, согнулись. Да, действительно, поздновато. То есть рановато. А у вас тут весело. Не желаете принять участие? Пока нет. Дайте сориентироваться. Коньячку разрешите приобщиться. Если у меня спрашивать, то нельзя. Почему? Коньяк крепит. Это то, что мне надо. Туркменский? Я, правда, с некоторых пор предпочитаю молдавский, ну да все равно. А вы что, по ночам готовитесь к смотру художественной самодеятельности? А вы, случайно, не наш художественный руководитель? Случайно нет. Я просто прохожий. А, и куда следуете? Прямо. Наши тут не проходили? Кто это? Прохожий. Идет все время прямо, иногда сворачивает налево. А ты что, Силин, не узнаешь меня? Кажется, узнал. Езепов Михаил Федорович. Ну, а что спрашиваешь? Думал, ошибся. Ошибаться нельзя. Начальство надо помнить и знать в лицо. Как вы здесь оказались? Машул оказался. Как вы шли? Ну, не в окно, конечно, а как все нормальные люди, в дверь. А ты что, Сергей, меня в чем-то подозреваешь? Без носок. Ты хочешь сказать, почему я без носков? Да.
тебе не кажется, Силин, что ты переходишь границу дозволенного? А я же тебя не спрашиваю, почему ты при таком галстуке, в таком пиджаке? Это не такой галстук. Это импортный, я в Хельсинки купил. А вы без носков в моем доме. А что, это преступление? Где вы их забыли? А может, я их не надевал? Может, я йог? Кто? Йог! Йог я! Ты слышал когда-нибудь о таком понятии? И вообще, Сильвин, я думаю, ты не будешь мне указывать, как и в чем мне ходить. Насколько я помню, дверь была заперта. Как попал в мой дом этот гражданин? А может, через трубу? Не надо шутить! Шутки здесь неуместны. Я еще раз прошу мне объяснить, как этот человек попал в мой дом? Папа, этого человека пригласила я. Врешь. И попросила его подождать в соседней комнате. Снова врешь. Он что, тоже твой жених? Не тоже, а жених. Это категорически исключается. Если у этого никого нет и общежитие, то у него полный набор. Жена, двое детей, шикарная квартира. Да ты прав, Силин. Никакого отношения к твоей дочери я не имею. И иметь не собираюсь, по крайней мере, в ближайшее время. Тогда что вы здесь делаете? В моем доме? Без носков. Сижу, пью коньяк. Туркменский. Предпочитаю молдавский. Беседую. Анна, может, ты объяснишь? Этого человека пригласила я. Мама. Тоже ложь. Минуточку, сейчас все станет ясно. Только сильно ответь мне на мой вопрос, а потом я отвечу на все твои. Почему ты здесь? Кажется, здесь мой дом. Я не оспариваю, но, насколько мне известно, тебе была выписана двухнедельная командировка. Почему ты ее прервал? Меня вызвали. Телеграммой. Кто? Дочь. По поводу. Я не обязан перед вами отчитываться. Я не на службе. Именно на службе. В данный момент государство платит тебе суточный. Почему тебя вызвали телеграммой? У меня заболела жена. Вы его жена? А вы не догадываетесь? Вы больны? Допустим. Что с вами? Я обязан отвечать? Мне нет, но кому положено ответить. Где у вас телефон? Простите. Куда вы звоните? В неотложку. Вызову врача. Нужно засвидетельствовать симуляцию. Алло, неотложка? Будьте любезны, срочный вызов. Адрес, сейчас скажу адрес. Что вы делаете? Фамилия Силин, Алексей Юрьевич. Прекратите сейчас же! Убирайтесь вон отсюда! Ну, ну, тебе это так даром не пройдет. Вон! Он ведь все равно явится ко мне сегодня на работу. Я узнал его. Саш, не надо. Узнал. Саша, не надо. Надо, второй столик, это с эстрады. Кто это? Я узнал вас, да. Да. Вы были не один. Вы были с некой привлекательной особой. И, что характерно, никогда не танцевали. А нас, музыкантов, это очень обижает. Сильно, я спрашиваю тебя, кто это? Что нужно этому человеку? Он говорит, что видел вас где-то с некой привлекательной особой. С женой? С чьей? Со своей, естественно. Жена, по-моему, тоже может казаться некой привлекательной особой. Или ты так не думаешь, Силин? Я не знаком с вашей женой. И я с твоей. Но она от этого не становится менее привлекательной. Значит, вы были в ресторане со своей женой? Если тебя интересует именно это, то я был в ресторане, Силин. Со своей женой. Благодарю вас. Пожалуйста. Можно идти? Идите, но... Что но? Но разговор не окончен. Вот именно. Мы его продолжим, когда ты придешь сегодня утром на работу. Я провожу его. Одну минуту. Я прошу не уходить. Алеша, посмотри, чтобы никто не ушел. Мам, ты куда? В спальню, дочка. Куда вы, мама? Пропустите меня. Вы что, что-нибудь там забыли? По-моему, забыли вы. Пропустите. Вы хорошо подумали. Я вас сейчас ударю. Эй, чувак, пропусти ее. Она не ударит, но вот я могу приложиться. Пропусти ее, рожа. Вот вам великий, могучий русский язык. Пропусти, рожа. Просто и понятно. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Послушайте, уходите, а? Уходите прямо сейчас.
Это уже похоже на бегство. А вы хотите уйти победителем? Пап, скажи ему, скажи, чтобы он ушел отсюда. Уходите сейчас же. Чувак, хиляй отсюда. Сделал свое дело и крути педали. Уходите, уходите же. Я ведь могу уйти без посторонней помощи. Стоять. Всем оставаться на своих местах. Стоять. Фу ты. Папа, папа, родной, ну я не знала, что так получится. Прости меня, а? Ну не знала, не думала. Господи, прости меня, папа. Стоять, я сказал! Наденьте их. А вы уверены, что их забыл именно я? Уверена. Уважая женщину, нужно уважать ее до конца. Особенно, когда она показывает такие чудеса памяти. А? Действительно мои. А? Я все думаю, чего-то не хватает. А чего понять не мог? А как же йог? Я пошутил, Силин. Юмор – это очень великая вещь. Без него не проживешь. О, теперь я в полной боевой. Выпить есть что-нибудь? Давайте, присоединитесь. Давайте. Объяснишь хоть что-нибудь? Что именно? Вот это все. А ты сам еще не понял? Не знаю. Мама, папа. Хорошо, я объясню. Мама? Надо объяснить. Не надо ничего объяснять. Он же все понимает. Он же делает вид. Ну, мам. Тем более делать вид столько лет дело утомительно. Иди. Не правда ли, Алеша? Что ты хочешь сделать? Я хочу тебе кое-что объяснить. Саша. Сделай что-нибудь, помоги мне, пожалуйста. Что? Не знаю, что-нибудь. Отец этого не выдержит, понимаешь? Ну, а зачем затеяла? Затем, что дура. Отец правда не выдержит. Саш, ну помоги, а помочь ему надо, понимаешь? Ну, я не знаю. Ну... Кто этот человек? Юзепов. А еще? Мой начальник. А еще? Еще. Семьянин. Все? Наверное. А что тебя интересует? Хорошо, скажу я. Кроме того, что этот человек, твой начальник и семьянин... Минуточку, минуточку. Помолчите! А, ну, как? Подожди. Этот человек... Этот человек... Ну? Ну, говорите. Ну? Этот человек мой любовник. Любовник? Да, любовник, что скажешь? А что? Что я скажу? Ну, скажи что-нибудь, сделай. Любовник. Ну, ударь, вышвырни, сделай что-нибудь. Ну-ну-ну, я попросил бы вас минуточку. Помолчите. Алеша, я жду. Неужели он тебе нравится? Нет, не нравится. Более того, он мне противен. Тогда зачем? Действительно, зачем? А ты действительно не догадываешься, зачем? Я боюсь догадаться. Именно так. Именно так. Я боюсь догадаться. Ты все знал. Нет. Ты все понимал, но ты боялся догадаться, потому что ты трус. Нет. Ты трус, Алеша. Даже когда этот человек появился в твоей квартире без носков, ты боялся догадаться. Ты сделал вид, что ты веришь ему, что он йог. Трус. Предатель. Анна, я все-таки твой муж. Муж. 25 лет уже муж. Да. Мы живем с тобой уже очень долго.
У нас выросла дочь. Кстати, очень неглупая девочка. Внешне у нас очень дружная, очень образцовая семья. Вся наша совместная жизнь – это ложь. Все наше кажущееся благополучие – это обман. Анна, тут посторонние. Да тут нет посторонних. Тут все в замазке. И твоя дочь, кстати, тоже. И слава богу, что она решилась на это. Слава богу, что она решила вывести всех на чистую воду. Слава богу, что она не похожа на тебя. И на меня, кстати, тоже. Мама. Мамочка. Ты все правильно сделала, дочь. Тебе не в чем раскаиваться. Мам, не надо. Я знаю, что на твоем месте бы сделала. И убежала отсюда. Анна. Что, Анна? Анна? Что, Анна? Ты, конечно, не согласен со мной. Ты считаешь, у нас все идеально. А то, что ты, серость и бездарность, занимаешь на службе то место, которое не имеешь права занимать. То, что твоя карьера росла, как на дрожжах. И только Господь Бог и я знаем, откуда что бралось. И ты, как это ни страшно, Алеша, счастлив. Ты счастлив. Ты делаешь вид, будто ты не знаешь, откуда что бралось. Ты не знаешь, что значит твое продвижение по службе. И что все впрямую зависит только от меня. И еще кое от кого. Ты вообще ничего не замечал. Тебе было удобно так существовать. Ты боялся догадаться. Твой лозунг «Только бы не догадаться» подвел тебя, Алеша. Ну и семейка. Ну, что скажешь, Силин? Что? Говорю, ну и семейка. Как говорится, налицо та ситуация, когда тайное становится явным. Шарахнула она тебя. Задумаешься после всего этого. После чего? Ну, после этого. После всего того, что происходит у тебя в семье. Не уважаю. Презираю. Ненавижу. Да-да, именно ненавижу. Прошу, требую, настаиваю. Вон отсюда. Сию же минут, вон. Так, все сказал? Все, убирайтесь. Ну и скотина. Все, что я о вас думаю, я уже сказал. Просто неблагодарный скотина. А теперь послушай, что я тебе скажу. Послушай, только будь готов. Ты внимательно слушал, что говорила сейчас твоя жена? В чем дело? Отвечай на поставленный вопрос. Ты внимательно слушал, что говорила твоя жена? Это же подло, чувак. Хиляй отсюда, пока тебя не накидали. Ну, вы-то успокойтесь. Ваша очередь еще не подошла. Я дам вам слово. Спасибо. Вот так вот. Слышал, что говорила твоя жена? Я не понимаю, в чем дело. Ты что, не понимаешь, в чем меня здесь обвиняют? В чем? Ха? Ха! Он даже не знает, в чем. Чего вы от меня добиваетесь? Значит, ты считаешь, что я каким-то образом замешан в этом деле? Допустим, считаю. Дальше что? Значит, ты считаешь, что ты серый, что ты бездарь, что тебя надо гнать в шею с того места, с которого ты занимаешься. Я не желаю с вами разговаривать. Что ты серый, что ты бездарь, что тебя поддерживает чья-то сильная рука, но чья, за что? Нет! Никакая рука меня не поддерживает! Подожди, не кричи, чего ты раскричался? Минуточку, вот твоя жена, сейчас, мадам. Вы сейчас говорили, что в последнее время карьера вашего мужа растет, как на дрожжах? Не говорила я, не глухой, не говорила. А лозунг, как бы лишь ни о чем не догадываться. Это наше жено личное дело. Да что ж меня сейчас оскорблял? За что ты меня обижал? За что ты чуть не выгнал меня сейчас из дома? За что, Силин? За что? Потому что... Поздно уже, вернее, рано. Вам пора домой. А теперь я хочу задать тебе один вопрос. Вот завтра ты придешь на работу. Сегодня уже. Ну, сегодня. Придешь на работу, займешь свое законное место, жизнь твоя пойдет обычным порядком, но как ты будешь смотреть в глаза? Кому? Мне. Не понимаю. Как ты будешь смотреть мне в глаза? Не понимаю. Как ты будешь смотреть мне в глаза? Чишь.
Ну, как он будет смотреть мне в глаза? Вот тут, братцы, стоп. Это лишний перебор. Как говорится, старались как на похоронах, а получилось как на свадьбе. Забыл, как тебя? Алексей Юрьевич. Так вот, Алексей Юрьевич, ходи себе спокойно на службу и также спокойно занимай свое законное место. Понял? И без всякого страха смотри всем в глаза. В том числе ему. Вы, наверное, издеваетесь надо мной. Над тобой? Не дай бог. Слушай меня внимательно. Как и не бей сразу. Я скажу. Вот сейчас маленько соображу и скажу. С чего начать? Может, вам помочь? Да, помоги, добрый человек. Насколько я понимаю, вы в этом доме не в первый раз. Да, правильно понимаешь. Сам догадался или подсказал кто? Сам. И что же вас сюда влекло? Чувство. Какое? Глубокое. Кому? К дочке, я знаю. Молчать вас не спрашивают. Кому вас влекло глубокое чувство? К ней. К Анне? Да, к ней. Да-да. И давно вы с ней знакомы? 100 лет. И вас она тоже любит? Почему? Есть человек, который стоит между нами. Кто, муж? Да. А как вы думаете, она любит его? По-моему, очень. Во всяком случае, при редких наших встречах она только о нем и говорила. И вас она тоже любит? Меня? Меня нет. Она называла меня «моя ошибка». Потрясающе. Да-да. Скажите, какая же из черт вам больше всего импонирует в этой женщине? Наверное, честность. А как же вы расцениваете ее попытку опорочить мужа в присутствии посторонних людей? Стремление сохранить семью. Зачем же вы пришли сюда сегодня? Затем, чтобы попрощаться. С ней? Да. С моей тайной и безнадежной любовью. Любовь без взаимности, не любовь. Пусть живет с тем, кого любит. Так будет лучше. А я не пропаду. Даст Бог, я найду ту, которая наконец полюбит меня. Жизнь ведь еще не кончена, правда? Успеется. Ну, прожил я жизнь одинок. Ну, не молод уже. Ну, ушла от меня та, которую любил больше всего на свете. Ну, не нахожу по ночам места на койке. Ну, схожу с ума, что у меня нет детей. Ну, несу всякий бред, будто у меня 100 жен и 200 детей. Ну, вскакиваю по утрам почтовым ящиком в надежде найти там хоть какое-нибудь письмецо. Ну, вспоминаю снова и снова то единственное, которое вот уже 20 лет принадлежит другому. Ну, не могу забыть ее. Ну и что? И вот я прощаюсь с ней. Склоняю голову и говорю: будь счастлив. Будь прекрасна, будь любима. Я навсегда покидаю тебя. Прощай. Алёша! Да ты что? Перестань сейчас! Ну, прекращи усилия! Прекрати! Ну и семейный! Папа! Алёша! Ну ты же знаешь, что это неправда! Вот семейный! Не знаю. Ничего. Сашенька, миленький, родной мой, Господи. Так тебе и надо. Не будешь чужих овец красть. Прости меня, Саша.
Раки, это к драке. Великая мудрость народная. Уходите. Ну, это естественно, уже пора. Но ты должен извиниться, Силин. Перед кем? Передо мной. Ты сегодня здесь наговорил мне массу несправедливых вещей, и я не собираюсь тебе их прощать. Хорошо, я извиняюсь. Уходите. Мне этого недостаточно. Что же вам еще нужно? Я хочу, чтобы ты извинился. И не просто так, а стоя на коленях. Передо мной, перед женой, перед дочерью, перед этим человеком, в конце концов, которого ты избил. Не сходите с ума. Нет, Силин, я не сошел с ума. Становись на колени. Нет. Я буду считать до трех. Завтра ведь все равно придешь на работу. Нет. Раз. Нет. Два. Нет. Сейчас будет три. Сейчас будет три, Силин. Становись. Нет. Ну, на колени. Ну, теперь вставай. Все, вставай. Вставай. Все, хватит. Папа! Ненавижу! Ненавижу! Thank you.